Всем здорово, друзья! Хотите верьте, хотите нет, но вот у меня на душе лежит ощущение прям 100%, как будто я вчера только отметил свой 30-летие. Прям помню каждый момент этого отмечания. Мы со всей моей семьей поехали в ресторан под названием «Сити Пицца», кушали вкусную пиццу, там лазанью, воспияли разные интересные коктейли. Помнится, дядя Миша впервые в жизни попробовал коктейль под названием «Джин-тоник». Не тот, который очаковского завода в баночках в синих, а настоящий ресторанный, барменный, так сказать. Потом мы поехали ко мне домой, купили бутылочку мартини, включали песню известной группы «Сектор Газа». Мне сегодня 30 лет. Веселились и плясали. И вот, друзья, как будто я лег спать, да, там, вечером. Открыл глаза с утра, и мне уже 38 лет. Время пролетело просто мухой над головой. Мы сейчас едем в гипермаркет «Атак». Я буду производить там затарочку. Ну, мне сегодня 38 лет, я буду отмечать. Хочу там приготовить что-то. Вот придут ко мне друзья мои сегодня самые лучшие. Будем отмечать. Конечно, день рождения — грустный праздник, да, ты ж стареешь. Но и одновременно веселый. Ты дожил до такого возраста в целости и сохранности. Это лайк самому себе. Так оно должно идти, немножко неказисто все. В общем, набрал я полную корзину няшек-вкусняшек разных. Стою на кассе, там такая микроочередь, и бах! Внимание, пожарная тревога, просьба всех покинуть помещение. И кассирша орет: все, я не пробиваю, валите быстро все отсюда, Едрёныч. Вот. Ну вот все повылезали, все, все стоят, ждут. Ну, скорее всего, учение, конечно. Учебная тревога. Надеюсь, то, что мою тележечку никуда не денут. Сейчас, ну, мне кажется, полчасика и всех запустят обратно. Скажут: все, Едрёныч, все, все эвакуировались, все идет по плану. Буквально 15 минут. Все, добро пожаловать всем. Все, отработали, все нормально, как говорится. План эвакуации сработал. Можно заходить. Так, все, погнал я, а то там как бы мою тележечку-то сейчас не стырили, то придется по новой все по второму кругу набирать. Как оказаться в балашихинском гипермаркете? А так и не встретить вот этот табло. Вот, короче, сейчас затарочку мы проводим и пердуем тогда ко мне, да, Роман Сергеевич, получается? У тебя что, Кассия Едрёныч написано? Конечно, это фирма. А у тебя Миша? Нью-Йорк Едрёныч. Где твоя тачка, чувак? Опа, Едрёныч, нифига себе. Что, ЗИЛ? Нет. ЗИЛ-130? ЗИЛ говно возил, а Хунда ему автоэвакуация. Хотел сказать, подписывайтесь, вот, звоните Роману Сергеевичу на скайп, он приедет, вам поможет. Нормально, гидравлика полная. Полнейшая гидравлика, да? А что, где тюнинг? Где бахрома, чехлы, ковер? А мы эвакуаторские. Почему не тюнинный? Все простенько. Все простенько, да. Что такой ржавый весь? А готовится покраска, чем меньше. Ну видно, да. Вот сюда загрузил Роман Сергеевич. И повез. Слушай, а какой длинный, такой здоровый, а? Как ты на таком ездишь, на таком здоровом? Обычно, да? Категория С, когда есть, кто-то знает, как ездит. Приехали на фазенду. Погода душевная сегодня вообще такая. И не жарко, в общем, душа поэта, а не погода. Смотрите обзор на мотоцикл на канале Роман Сергеевич. Вот такой вот платформа. 3 метра, да? Или больше? Какой тут? Шестерка. Шестиметровый, ёпки. Так, ну ладно. Ну, видишь, солидом тут насрал, блин, боец какой-то. А, это я трактор последний раз вывез. Вот так вот. Сначала трактор, потом с ковша. Мерседес повезешь на таком засранном кузове. Эти места вот эти прошприцовал, и с ним, блин, как ушата. Как говорится, Едрёныч, сволочь! В тот
трусах и в шлеме. Свет, он что, так дома постоянно ходит, да? Конечно. И сплю так. Кушает так же тоже в шлеме, да? Вот, пожалуйста, натюрмортик. Вот это бар ядрен. Спрашивай, Лех, у тебя есть бар? У меня нет. Роман Сергеевич, у тебя есть бар? Конечно, брат, обижаешь. Сколько представлено тут разных? Давай, это помогай. Обзирационно. Чем я тебе помогу? Выпить твой бар помочь? Эпиканон остался. Сука. Только на Зебрусов На Романа Сергеевича хоть на трезвого посмотреть. Шутка, шутка, ядрёнь. Я не так часто бываю. No comments. Будьте здоровы, ядрёнь. На стриму, да. Роман Сергеевич, у тебя икота. Надо сопочку, ядрёнь, принять. Исправить эту ошибку, да. Короче, затарочка прошла. От души и от сердца. Богато, богато, богато. Ну все, ну по красоте, ядрен. Все по красоте. Роман Сергеевич, а что ты пепсиколочку не принес? Я же тебе сказал, вот ну, пепсиколочку. Ну сейчас мы разберемся в коробке. Все по красоте. Свет, привет. Ага, привет. Как жизнь молодая? Замечательно. Молодец. Чтоб ты так Новый год отмечал, ядрёный. У тебя там это, мышь в этом, как его. Опа, опа. Курица. Ну давай, Лёх, счастья, здоровья тебе. Бабёночку хорошую тебе, блин. Чтоб, блин. Мини-ёбочница, чтоб была. Готовила, да, мини-ёбочница. Мини-ёбочница, да. Детей не рожал, и хата была, да. Спасибо, друзья. Спасибо, я очень рад, что вы пришли. Спасибо вам. С днём рождения! Спасибо от души, от сердца, друзья тоже. Давай. Спасибо вам. Всем от души. А, хорошо пошла. Как к себе домой? Ох, губы горят. Вот кто же через трубку. Свет поцеловал в губы Романа Сергеевича. Больно жарко. Роман Сергеевич, а где салфетки? А, там же должны быть. На подоконнике. Ой, закусить что ли? А! Закусить, говорит, нечем, да? Ой. Упал в диван. Ой, здорово. Конечно, очень радостно вот так отметить день рождения дома. Я мечтал об этом. Вот дома за большим столом с друзьями. Но пусть он не насыщен, мне звонят. Без рублянки. И с большими друзьями, кстати. Вот. С караоке звонят ему. Это заказывали? Мы с вами заказывали. Вот я что хотел сказать, то что мы обычно в лесах, на даче, на шашлыках. Ура. А чтобы вот так вот просто дома посидеть. Посидеть. Я мечтал давно, Едрёныч. Спасибо. А то по ресторанам все модным шатаемся. Все по каким-то ресторанам этим шатаемся, Едрёныч. Роман Сергеевич, грибочек возьми, вот грибочек. Вот тут на этом, блин, на этой позиции тоже есть. Шампиньончики. На этом берегу тоже плавают. Да. Идет у нас стримчонок сейчас. Этих мы уже 100 раз видели, Едрёныч. Вот наши уважаемые зрители, им большое респектаризационное уважение за теплые, добрые слова. Вот они передают привет, зная то, что это будет в видеоролике. Привет, друзья, всем привет. Спасибо, спасибо за поздравления, спасибо от души, от сердца. Так просто по-свойски, по-домашнему сидим, вот тут колбаска, все тут есть, Едрёныч. Всем привет, Владимир, привет, привет. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Лёша, с днем рождения тебя. Спасибо. Загадывай, брат. Давай мне бабёночку хорошую в мини-юбочницу, чтобы была. Денег побольше давай, и чтоб мой
Опель никогда не ломался. И заказов на Юду побольше, и на Достовиси, и на Пешкариках. Ну и там какой-нибудь там бабёночек уйдет. Ну, отлично. Дуй. Дуй. Теперь... Пошел третий час стрима. Не стрима, а застолье. Застольного стрима. Напилась я, появлю, не дорогу на бомбу.